Быть ведущим на церемонии вручения премии «Оскар» – миссия почетная и ответственная. Практика показывает, чем удачнее выбор ведущих, тем выше рейтинги. Кстати, самым лучшим ведущим «Оскара» называют Хью Джекмана, который вел церемонию в 2009 году. Это и неудивительно, ведь за 3 часа актер выложился на 100%. Джекман пел, танцевал, шутил, удивлял публику. Сегодня в топ-5 речь пойдет о самых необычных ведущих премии «Оскар», а точнее об их образах. 71-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» открыла Вупи Голдберг, чей комедийный талант достоин восхищения и в гриме, и без него. Смотрите сами. На 82-й церемонии вручения премии «Оскар» Бен Стиллер вручал «Оскар» за лучший мейкап, загримированный под героя из племени Нави из «Аватара». Реакции зрителей – аплодисменты. 64-я церемония «Оскара» запомнилась благодаря ведущему Биллу Кристаллу, рискнувшему представить номинантов в маске Ганнибала Лектора. Итог – фурор! Оригинальностью выходов славится Эллен Дидженерес. Самая кассовая ведущая ток-шоу тоже добавила свой вклад в церемонию и завоевала миллионы лайков в Инстаграме. И, наконец, все просто, предельно просто. Никакого грима, никаких намеков на паяца. Совсем юный Элайджа Вуд в 1994 году на открытии «Оскара» произнес самую серьезную в истории Академии вступительную речь и завоевал сердца сотен взрослых коллег. Вот так. Хочешь завоевать популярность? Старайся. Это был ТОП-5. До встречи.